Я похожа на космонавта. Это просто наши уникальные жизни. Необузданные страсти. августа на территории технопарка «Печатники» прошло мероприятие, посвященное поддержке онкопациентов. Клуб лидеров женского здоровья и клуб байкеров «Градус» провели совместное мероприятие, где прошли фотосессии, мастер-классы. Ну и самое главное – это катание на байках. Давайте посмотрим, как это у нас получилось. Это просто невероятно! С Богом, поехали! Что-то. Вообще, мне говорили, что я болею, что у меня онкологическое заболевание. Ну, вот я не думаю, что у меня есть онкологическое заболевание. У меня есть теперь новая болезнь. Я заболела байком, байкерами. И я очень хочу научиться кататься на мотоцикле и рассекать так же, как они. Они сегодня вот прям заразили своим драйвом, своей свободой, своими крутыми характерами. Это просто невероятное ощущение. И теперь вот этот рев, который я буду слышать мотоциклов в пробке, он будет вызывать только положительные эмоции. Это очень... Классно! Особенно приятно на этом мероприятии встретить врачей, которые бьются за нашу жизнь и поддерживают нас в нашей обычной жизни, в радостной праздничной жизни. Екатерина Александровна, расскажите, как вам здесь? Честно говоря, я уже не первый раз сегодня говорю, что я не ожидала подобного. Во-первых, я администратор, да, и всегда очень критически относилась к подобным акциям. Но до недавних пор мы редко практиковали какие-то социальные акции. Да, да, я доктор, я лечу пациента, я назначаю лечение, нужный препарат, я с ним беседую, успокаиваю. И те социальные мероприятия, которые мы проводим, действительно получают большой отклик. Да. Вот недавно у нас была встреча, когда пациенты разговаривали с онкологическими выздоравливающими пациентами, для тех, кто уже прошел и закончил лечение. И на самом деле мы получили такие отклики, такие эмоции, что действительно понимаешь, что эти акции нужны. И сегодня, попав в ваше это мероприятие, увидев те счастливые лица... Это просто наши уникальные женщины, необузданные страстью. Как их пустили к нашим байкам? Так на самом деле это очень прекрасно, потому что действительно люди, пациенты, которые онкологически получают лечение, они вообще забывают о своем лечении, о своей проблеме и так далее. Кто скажет, что это люди, которые перенесли такие тяготы с химией, с операцией? Посмотрите, сколько радости в жизни в этом моменте. Это просто вот настоящая жизнь. Так а для этого подобные акции нужны на самом деле. Да. Поэтому это прекрасно, безусловно. Мы повторим. Вам понравилось. Нам очень понравилось, и мы с удовольствием ждем вас. Да, помогайте нам устраивать подобные акции. Мы с удовольствием будем также в них участвовать. Поэтому спасибо вам большое за данную акцию. Алексей,
Расскажите нам, а как оказался здесь пресс-секретарь байкерского клуба «Градус»? Примерно месяца полтора, наверное, назад мы в Нахабино отдыхали на пруду, купались, день рождения праздновали в шатре. И подходит к нам девушка, Надежда зовут, если я не ошибаюсь. Говорит: привет, ребята, у нас есть там вот женское сообщество. Мы собираемся организовать вот праздник. Было бы здорово, если бы мотоциклисты поучаствовали. Да, без проблем. Мы всегда за. Все, обменялись телефонами. Потом каким-то чудным образом появилась девушка Юлия. А вы уже в этот момент были на все согласны? Я уже там, да, мы уже там уже половину мероприятия согласовали. Но я думаю, с таким позитивным настроем на жизнь именно, на все мероприятия так позитивно реагировать, я думаю, что ваш клуб будет расти. Я желаю искренне вам. Я тоже на это очень надеюсь. Спасибо большое, что откликнулись. Как же приятно оказаться на мероприятии, где столько много знакомых и даже родных лиц. Наша Таня. Мы с ней познакомились в чате «Доброе место». Таня, как тебе мероприятие? Оль, я сначала не хотела. Думала, что это для молодых, для здоровых. То есть до последнего момента я сомневалась, а потом поняла, что такой шанс упускать нельзя. И в свои 64 года я себя сейчас ощущаю, ну, лет на 35. Вот. Лет на 35. Я первый раз в жизни села на байк, даже на два, на маленьком и на большом. Это круто. Да, да, это круто. Сначала я думала... Первый раз в жизни. Первый раз в жизни. 64 года. Первый раз в жизни на байке. Да. Даже мальчик меня сначала никак не хотел катать, потому что маленький. Я говорю, залезу, удержусь. И это было так круто. Это вот как в танце. Отдаешься партнеру, он направо, ты направо, он налево, ты налево. То есть это ощущение просто невыносимое, непередаваемое. Очень. Вот ты не только покатался на байке, у тебя что на руке такое? Это мехенди. Рисунок хной. Тоже первый раз в жизни. Несмотря на свои 16, да, ты успела везде. Да, и это так круто, и мне так нравится. Я думаю, завтра внучок мой приедет, он будет в восторге. Вот так глядишь, уговорим на тату. Мою, например. Легко. Мне теперь ничего не страшно, тем более с Олей и вообще с этими девочками в чате и вообще. Дима, да. Мы с тобой уже знакомы, я даже затрудняюсь ответить, сколько, наверное, около 10 лет. Около того, согласен. Да, вот когда мы готовили это мероприятие, собрались сделать это мероприятие, мы не могли найти площадку в Москве вообще никак. Угу. И я вспомнила самого главного мотоциклиста в моей жизни, который здорово помогал мне раньше, что, может быть, позвонить тебе. И вот ты нам порекомендовал эту площадку. Чувствуешь причастность к этому событию, к этому мероприятию? Ну, конечно, я рад всегда помочь старым друзьям. Вот, если вот как раз мероприятие есть такое, которое они с энтузиазмом проводят, то почему бы не помочь? Тем более эту площадку, она новая. Здесь раньше проходили только мотокросс, потом перестроили это все в такой центр технических видов спорта, где он тут сейчас, он и дети на картингах катаются, тут и по мотокроссу проводят, и тут много всяких мероприятий. Угу. Вот, и спасибо, она получается, конечно, да, такая, еще? В принципе, сейчас пока свободная относительно, да, что я думаю, самое идеальное место для вас. Угу. Дим, спасибо тебе большое, что... Пожалуйста. Помог. Дима, между прочим, чемпион России по мотокроссу и чемпион России по эндуро. Да, да, да. А да. В Европе ты тоже я, тебя... Да, я вице-чемпион Европы по мотокроссу. Там побеждал на многих международных соревнованиях. Был на подиуме на чемпионате мира тоже сходил. Так что регалий у меня достаточно, слава богу. Дима здесь не случайный человек. Ну что ж, Сандра, приятно видеть тебя на этом мероприятии. Ведь когда-то ты попросила мне порекомендовать тебе одно из благотворительных мероприятий. Я смотрю, ты зацепилась за эту идею, и часто тебя уже вижу на подобных мероприятиях. Скажи мне, пожалуйста, что это за костюм у тебя такой, и что ты делаешь в этом костюме? Да, Оленька, спасибо большое, что ты порекомендовала. Я действительно очень загорелась, мне нравится дарить добро. Костюм единорога волшебного.
Я в нем, потому что занимаюсь аквагримом, детскими блестящими татуировками временными. И детки, особенно так как я работаю на благотворительности, это вот я прихожу к больным в основном деткам, и они пугаются там простой одежды, не думают, что пришла новая медсестра, ставить какой-то укол. А когда приходит такой зверек из сказки, они как-то сами тянутся, и они не плачут. А ты вот начинаешь рисовать в простой одежде, сидишь в каких-нибудь там джинсах, еще что-то, кисточку такую берешь, начинаешь рисовать, он слезы плачет, он боится, что укол, да, он боится, да? Что укол. И поэтому я прихожу в таком костюме. Сегодня, конечно, байк-пати, все были в шоке, почему я пришла в таком виде. Ну, я думаю, что это оригинально, единорог на байк-пати, такого еще не было. А еще у тебя классные косички, покажи. Да, еще у меня классные косички, которые тоже, в принципе, я делаю очень часто, потому что сама ездила на мотоцикле, и это очень удобно под шлем, ничего не трепается. Ну, очень комфортная вещь, но рекомендую всем. Прическа под байк-пати. Да, прическа под байк-пати, хоть что-то. Слушай, ты смотришь программу «План на жизнь»? Конечно, смотрю. Нравится? Очень нравится. Здорово. Она меня и заразила, наверное, всем этим. Да? Да. Ну, я тебя обниму, моя хорошая. Ой. Спасибо программе «Планы на жизнь». Ребята, как раз я успела поймать нашу Юлю. Юля перенесла операцию недавно совсем. И сейчас на байке. Как это круто! Юля, расскажи, как ощущения от мероприятия? Мероприятие отличное. Я очень рада, что я сюда приехала. Будем делать каждый год такое мероприятие. Готовьтесь. Сейчас погода подвела, но в следующий раз не подведет, и нас будет гораздо больше. Девчонки все молодцы, организаторы молодцы, такое большое дело делают. Так что приезжайте к нам почаще. Юля, а я хочу тебя пригласить к нам в программу «Планы на жизнь», потому что твоя история точно очень драйвовая, очень клевая, крутая история. Спасибо, я обязательно приду, обязательно. Мы ждем Юлю в нашей программе «Планы на жизнь». Юля приедет в программу. Катя, столько мы всего пережили, пока готовились, да, было, можно сказать, все. Волновались, как пройдет это мероприятие. Ну как ощущения? Получилось? Ощущения абсолютно феерические. Даже не могу передать словами, когда байки завелись, когда девчонки поехали, тут вообще это окупило все наши страхи, все наши сомнения, все наши трудности, вот, потому что, конечно, здесь невероятная энергия сейчас ощущается, и энергия праздника, и действительно есть вещи, на которые мы не можем влиять, как погода, например, да, как бы мы ни хотели, чтобы она была прекрасной, но есть вещи, на которые мы влиять не можем, но мы можем не опускать руки, мы можем продвигаться, мы можем решать задачи одна за другой, мы можем поддерживать друг друга. Это то, что мы можем, и тогда все получается. Мы повторим это. Обязательно. Я думаю, что у нас нет варианта. Я думаю, что в следующий раз уже здесь не будет места, ни яблоку, да, некуда. 100%. Мы будем это повторять, и эта история будет шириться. И я думаю, что мы когда-нибудь по Тверской проедем до Красной площади и там сделаем концерт. Спляшем и споем. Да. Ну что ж, вот и подошло к концу наше замечательное байк-пати. И несмотря на погодные условия, я думаю, что это мероприятие удалось. И с таким зарядом люди уходят отсюда. Столько счастливых глаз, столько улыбок, как со стороны байкеров, так и со стороны наших девчонок, онкопациентов и организаторов. Ну, вот, наверное, глядя на все это, не надо рассказывать, что такое праздник. Праздник жизни. Настоящий праздник жизни. Это невероятное ощущение от всего того, что мы сегодня здесь увидели. А особенно байк-шоу. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Все было классно. Все классно. Вообще отлично. Увидимся. Надо кофе попить как-нибудь. Пока-пока. Да? Пока. Вот так. Проект «Планы на жизнь» постепенно стал таким, что появилось огромное количество людей, и записать интервью даже невозможно, потому что не могут идти, не попрощавшись. Мои любимые Сергей и Людмила Федорова. Ну что ж, байк-пати – это круто, лидерский клуб – это круто, заряд на жизнь получили все. Хватит до следующего байк-пати точно. Итак, дорогие друзья, сначала обнимаешь, чтобы байкеры понимали, сначала байки обнимаешь, а потом байк. Легень!
показывай! А теперь все, кто не на мотоциклах, за счет перед прыгаем! Все, кто на мотоциклах, прыгаем! Шучу! Подожди, готовы? Да! Раз, два, три!